Привет! Интернет полон вредных советов, которые реально могут испортить ваши отношения. Поэтому сегодня мы будем разбирать это подробно. Ты никогда не будешь мыть посуду. Я буду мыть. Буду покупать продукты. Буду кормить тебя. Буду одевать тебя по утрам и раздевать по вечерам. Я буду заботиться о тебе. Ты никогда не будешь мыть посуду. Я буду мыть. Покупать продукты, кормить тебя, одевать тебя по утрам, раздевать по вечерам. Я буду заботиться. Да вот, кажется, такое начало отношений, да, какое-то там третье, четвертое свидание. Такой симпатичный мужчина. И девушка развесила уши. Да. А, как приятно слышать, что ты ничего не делай. Я просто буду тебя любить такой, какая ты есть. А ты просто будь. Что мы можем сказать про мужчину? Балабол. Мягко говоря, балабол и сказочник. То есть задача таких мужчин – наобещать золотые горы, а потом уже не важно, исполнится это, буду выполнять эти обещания или нет. Почему я не парюсь про это, да, если я балабол? Да потому что потом я скажу, слушай, ну ты вот тут виновата, ну вот тут ты 3,5 килограмма набрала, ну вот тут ты как-то неправильно себя вела, и поэтому, извини, я не должен исполнять свои обещания, и поэтому я перехожу. Исполнять обещания. Это знаете, как мужчины из разряда. Вот я хотел подарить тебе iPhone. Вот я хотел подарить тебе машину. Если бы ты вчера меня не оскорбила. Сказочник и балабол. Потому что, вот вдумайтесь, да, если я нормальный мужчина, и я могу тебе делать хорошо, а зачем мне тебе обещать? Если я могу не обещать, а просто делать. Просто делать поступок. Просто по факту показывать на примере своими действиями и поступками. Это то же самое, как родители, да, которые учат ребенка. Они его учат, каким он должен быть. А зачем учить? Просто показывайте пример. Вот я помню, да, меня родители, они всю жизнь курили, но при этом мне рассказывали, что курить неправильно и нельзя. Ну, я в любом случае не курю и никогда не курил. Но здесь то же самое. Обещание это ни о чем. Но женщины очень любят влюбляться в обещания. Представь, что мы женаты. Я бы, к примеру, понимаешь, я бы дал тебе все, что ты захочешь. Супруги должны друг о друге заботиться. Я бы за женой ухаживал, а она за мной. Такую женщину трудно найти. Но вы должны понимать, что обещания – это воздух, а действия мужчины – это факт. Не в смысле нужно не обращать внимания на обещания. Это значит, что мы принимаем во внимание только факты. Дальше. Представим мужчину, у которого есть финансы. Да, вот тебе ничего не нужно будет делать, я все для тебя буду делать. Но при этом откуда у тебя деньги? То есть ты будешь убирать, готовить, стирать, любить ее, быть в хорошем настроении, достигать целей на работе. Вы знаете таких мужчин? Я не знаю. Ну, наверное, есть такие, но какой-то исключительный случай. Поэтому это кто? Ну, с моей точки зрения, это типаж мужчины какой? Альфонс. Альфонс или нищеброд. И очень важная деталь. Это мужчина, вдумайтесь, я буду тебя одевать, раздевать, все за тебя делать, баба. Как это выглядит? Я всегда буду рядом. А что это значит, когда я всегда буду рядом? Буду тебя контролировать. Значит, ты будешь под моим контролем. Конечно же, контроль будет завернут в красивую обертку. И это любовь, это забота. Но по факту, это контроль, от которого нормальному человеку станет тошно, неприятно, неуютно, и это будет выливаться в раздражение на человека. Если вы хотите разобраться, как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли это делать, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, и как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11, тогда прямо сейчас под этим видео нажимайте на ссылку и регистрируйтесь на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций», где эти и другие темы я раскрою максимально подробно и гарантирую, то, что вы услышите, поймете, узнаете на бесплатном курсе, вы этого не прочитаете ни в одной книжке и ни в одном другом, даже платном курсе других коучей и психологов. Прямо сейчас нажимайте на ссылку, регистрируйтесь и до встречи. Мне девчонка, допустим, ответила через час. Через сколько я должен ответить? Всегда отвечаем в два раза дольше. Не отвечаем сразу. Почему? Потому что, когда ты отвечаешь сразу, у нее не возникает чувство потери. А чувство потери – это один из факторов любви. Если человек не чувствует потери, он не может влюбиться в тебя. Почему сразу отвечаешь? Но если она тебе час что-то отвечала, ты ответишь, допустим, через два часа. Что она будет делать эти два часа? Как минимум заходить в телефон и смотреть, а я ему правильно написала? Может, я ему неправильно написала, может, я долго отвечала. А почему так долго не отвечается? А может, все-таки нужно было вот так ответить?
находит, переживает, вкладывается. А тот, кто вкладывается, тот влюбляется. С тобой еще не увиделась, ты ее по смс раскачал на эмоции, и она приходит на свидание, естественно, уже заинтересован. Да, то, что мы увидели, это называется классика манипуляций, классика пикаперов. Ну, пикаперы — это же не те, кто изобрели. По сути, они просто используют определенные приемы, которые называются раскачка психики. Недурно. Ближе, дальше, холодно, горячо. И, конечно же, на это ведутся многие, и мужчины, и женщины. Вопрос в том, какого уровня психоэмоционального развития. Потому что зрелая девушка, она не то, что она там будет переживать, она просто забудет о существовании этого мужчины, если он какое-то время длительное ей не отвечал. А, конечно же, девочка незрелая, там, незрелые мальчики, в возрасте, в мужском возрасте, неважно сколько лет, вопрос, еще раз повторяю, психоэмоциональной зрелости или незрелости, они, конечно же, на это ведутся. Здоровый человек не имеет значения, когда отвечает. То есть я сейчас у телефона, значит, я могу ответить. Даже если это ответ через 1 минуту, 30 секунд, это не имеет значения. И женщин многих так учат на всяких курсах, да? И задумайтесь, на чем фокусируется ваша энергия. Вот этого мужчину взять. Он размышляет не о том, как заработать больше денег, как стать более зрелой личностью, как женщине показать, что он там более достойный мужчина. Да? Он фокусируется на том, как вызвать влюбленность. И получается, если человек зациклен на этом энергетически, значит, он, у него на другое не хватает времени. Потому что нормальный мужчина, у него, ну, не то, что нет времени, он не будет расходовать свою энергию на такую ерунду. То есть получается, что я тебя не интересую как личность, я хочу тебя заинтересовать приемами, а зачем мне женщина, с которой я буду жить или строить отношения, которая повелась на приемы, а не на меня как личность. Соответственно, нормальный человек думает о том, как мне стать зрелым, уверенным в себе человеком, со здоровой самооценкой. Если мы говорим про мужчин, который умеет зарабатывать деньги, который умеет быть надежным партнером, и когда мне не нужно никого и ничто из себя изображать, я понимаю, что я ценный, привлекательный человек, что я достойный мужчина. Не для любой девушки, но для тех девушек, которые мне интересны. То же самое девушка. Если вы зациклены, то ой, что я ответила, ой, я не так тут написала, ой, ой, сейчас ответить или позже, ой-ой-ой-ой, на что уходит твоя энергия? И тогда у тебя не остается времени, не остается сил на то, чтобы ответить себе на вопрос, а как мне стать той женщиной, которой не нужно никого и ничего из себя изображать, которая может быть самой собой, которая понимает, что она привлекательна для, не для всех мужчин, а для определенного круга мужских лиц. Дальше. А еще бывают, годами живут с мужчиной, так и мужчина, он уже женится на ней. Не женится. Но если он за первый год... Послушай, я бы, возможно, сказала бы, послушай, давай мы с тобой поживем полгода, полгодика, поживем вместе, ну, посмотрим там. И то, я не знаю, мне кажется, что сейчас уже, ну, в моем возрасте, я бы уже даже полгодика бы даже не тратила. Повстречаться, куда-то поехать отдохнуть, и то я бы поняла... подходим мы с этим мужчиной или нет? Зачем вообще с ним жить? Я переживаю за девушек, которые сейчас несколько лет в отношениях и сделали вывод, что все, теперь их не позовут замуж. В целом я согласен, что в принципе года взаимодействия с мужчиной понятно, по пути вам или нет. Но при этом есть же разные ситуации. Вопрос в том, чем вы занимались этот год. Если вы не жили вместе, если вы встречались раз в неделю, тогда это не год. Потому что, ну, тогда это получается там 50 встреч за год, если раз в неделю. Поэтому в целом согласен, но тогда нужно с мужчиной заранее это обсуждать, заранее понимать его взгляд его на этот вопрос. И самое главное, что вы все забываете, что этот мужчина год делает для женщины. Если он ничего для нее не делает, или живут 50 на 50, а нафиг такой мужчина? И это вообще понятно не за год, это понятно еще на первых трех свиданиях. Как он вообще смотрит на финансовые отношения в семье. Это понятно уже даже на первом свидании, многое понятно. Для этого не нужно тратить ни полгода, ни год. Есть коучи, которые говорят, если вы живете с мужчиной, тогда у него нет мотивации на вас жениться. Ведь вы и так для него все делаете. Вы гладите его носки, вы стираете его шнурки, вы готовите ему завтраки, обеды, ужины. Зачем ему жениться? И, то есть получается, что мотивация жениться это что? Это когда вы чего-то человеку не даете? Правильно понимаю, мужчине тоже нужно вас так мотивировать. То есть он думает, ну, я ее обеспечиваю, я для нее все хорошее делаю, а какая ей мотивация быть еще лучше для меня? Я же и так все для нее делаю. А сейчас я скажу, нет, я тебя не буду обеспечивать. А для чего? Для того, чтобы ты замотивировалась. Для того, чтобы ты замотивировалась, для того, чтобы ты стала лучше. То, что я и так
все для тебя делаю, а ты на таком расслабоне. Так, что ли? Приятно будет? Нет, неприятно. Поэтому подход, типа, женись на мне, чтобы я делал для тебя больше, это, ну, как раз торгово-рыночные отношения, это какие-то манипуляции. Так вот, нормальный человек женится или выходит замуж, потому что нам хорошо вместе. И мне настолько хорошо с этим человеком, что я должен быть идиотом, чтобы не взять ее в плен на всю оставшуюся жизнь в хорошем смысле этого слова. Поэтому обычно, если мужчина не женится, есть какая-то правда, почему он в вас сомневается и почему он лжет по поводу этих сомнений. Если вы не знаете 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, почему он сомневается, чтобы брать вас в жены, тогда неплохо было бы прояснить, хотя бы это понять. Если вы этого не понимаете, значит, скорее всего, в ваших отношениях, даже если они 2-3 года уже длятся или 5 лет, значит, в ваших отношениях нет близости, значит, в ваших отношениях нет искренних, открытых разговоров, где можно услышать другого человека и быть услышанным. И поэтому мой совет – это не убирать что-то, чтобы манипулировать, а прояснить, а что на самом деле человека останавливает. И обычно многие девушки и так знают, что останавливают. Они и так знают эти причины, но им хочется вот просто, ну так надо, я хочу замуж, потому что хочу замуж. Я задержу тебя, я плачу за этот дом, пашу по 10 часов на работе, которую не выношу. Ты не обязан это делать. Черт, из два. Удовольствия в этом мало, но у меня хватает мужества, чтобы не бегать от своих обязанностей. Мужество нужно, чтобы жить так, как тебе хочется, Фрэнк. Мне не нравится формулировка «я содержу тебя». Мужчина, который обеспечивает комфорт, финансовый комфорт семьи, это не я кого-то содержу. Это я обеспечиваю безопасность в этой семье. Когда мужчина говорит «я тебя содержу», это звучит сверху вниз. И это не так. Потому что это... Или как женщина может сказать «я тебе, там, и благодаря мне ты...» расслабляешься в интимном плане. То есть ты мне одолжение делаешь? То есть жена делает мужу одолжение? Нет, она делает это по обоюдному согласию. А здесь выглядит так, что он как будто бы делает одолжение. И, конечно же, это некорректный разговор. Ну и девушка отвечает его, там, жена, да, ты не обязана это делать. Ну зачем так отвечать? Можно сказать, это ценно, это приятно, я это вижу, да, мне приятно, для меня это важно, как для женщины. Благодаря этому я чувствую себя хорошо, там, да, там, у меня лучшее настроение, благодаря этому у меня есть время на себя, на ребенка, да, на свои хобби, на свое развитие, например, да. То здесь оба неправы, и мужчина неправ, я содержу, я, вот это вот нездоровая мужественность, да, вот это агрессивная мужественность. И девушка, а ты не обязан, можешь жить как хочешь. А при чем ты обязан? Тут вопрос, тебе приятно или нет. И часто такие конфликты возникают, ну, очевидно, что друг друга они не ценят. То есть у мужчины есть потребность, ну, оцени меня, я так делаю, я работаю, ну, скажи, пожалуйста, что я молодец, да, что я тружусь. То есть он как будто бы выпрашивает это признание. А девушка вместо признания, она защищается и говорит, что ты не обязан, живи как хочешь. Начинает его учить. Почему не обязан? Твой муж. Почему он не обязан? Если у вас есть муж и жена, вам и ваш муж или жена, они вам обязаны. Даже если вы не договаривались об этом вслух. Мы живем в взрослом мире. Если мы с кем-то взаимодействуем, если я хожу на работу, и у меня есть руководство, компания, в которой работаю, я ей обязан выполнять, там, приходить вовремя, делать какую-то работу. Если я начальник, и у меня сотрудник, я обязан ему обеспечить комфортное рабочее место, условия, там, платить вовремя зарплату. Я обязан. И ничего плохого в слове «обязанность» нет. И вот эти инфантильные «Вы никому ничего не должны!» Дорогие мои, ну да, 3-летний ребенок никому ничего не должен. Согласен. Но если мы говорим про взрослых людей, мы все друг другу должны. Если вы хотите никому ничего не быть должным, улетайте на гору в Индию, либо еще куда-то, живите там сами с деревьями, с животными, и, наверное, там вы будете должны только сами себе. И когда вы от мужчины можете вдруг слышать «Я никому ничего не должен!» Шнуруйте шнурки и бегите прочь от такого мужчины.